Продукты, необходимые для приготовления салата. Оливки извлечены заранее из рассола. Куриное филе предварительно запечено в духовке с солью, черным перцем и остужено. Зелень и овощи вымыты и осушены. Начинаем приготовление салата с того, что нарезаем кубиками батон, укладываем на противень будущие сухарики и отправляем их в духовку сушиться при 180 градусах. Несколько раз переворачиваем, доводим до легкой золотистости. Остужаем. Можете упростить задачу и купить грамм 100-150 готовых сухариков. Далее готовим заправку. В мисочку выливаем оливковое масло, красный винный уксус и выжимаем сок лимона, добавляем соль, сушеный или нарубленный мелко свежий орегано, чуть-чуть черного молотого перца, туда же мелко рубим базилик. Все тщательно перемешиваем. В эту же миску кладем нарезанную кубиками фету или другой рассольный сыр или брынзу. Аккуратно смешиваем сыр с заправкой, даем настояться. В результате сыр впитает все ароматы заправки. Помидоры нужно нарезать крупно, если маленькие, на 4 части каждую, огурцы и перцы, крупными кубиками, если у огурцов кожица жесткая, ее нужно срезать. Лук нарезаем четверть кольцами, а куриное филе – кубиками. Рвем руками салат на произвольные крупные кусочки. В глубокой миске смешиваем все подготовленные составляющие салата, кроме оливок и сыра в заправке, аккуратно перемешиваем. А блюдо выкладываем готовый греческий салат. Сверху выкладываем настоявшийся в заправке сыр, поливаем салат остатками заправки, присыпаем сухариками. Угощайтесь, это очень вкусно! Если вам понравился данный рецепт, поставьте, пожалуйста, лайк.